Итак, здравствуйте. Вы наблюдаете картину, уже не наблюдаете, как продают Red Power из-под полы. Вот пол, вот Red Power, вот Александр. Кому-то повез. Ладно, давайте, давай, без шуток. Вот у него стояло, называемый свинг, штатный. Штатный свинг, дай я на свинг посмотрю, буду знать. Все почему-то кричат, что свинг это магнитола там премиум-класса с усилителем, нету тут ничего. Обычная магнитолка, в комплектации все просто, даже кнопка руля нет. Как ты? Так вот. Ну, короче, это свинг. Так, хорошо. Вы не думали, что там на школу? Так, а это что за плафончик у тебя там? А это штатный, который стоял. Саша, я хочу сказать тебе, что зрители нашего канала просили тебя прибраться в боксе. Пойдем в машину. Шкода какая? Октавия опять FL. 2012 года. Давай, рассказывай. Ну вот, разумеется, отображение всех дверей отдельно. Кнопок на руле нету, но климат, разумеется, у нас отображается. Так неуверенно сказал. Не знал, наверное, да? Не знал, все проверял. Вот, что еще? Громкая связь, микрофончик. Штатное место а-ля Volkswagen Skoda в плафончике. Ты туда его провел, да? Да, внутри вставлен. Значит, подключен также штатный AUX. Причем это доработано. В комплекте не было переходника, но я доработал. Блин, что-то вот так человек тут, не видно. Человек тут пользуется вот такой штукой. Ну вот почему-то на AUX штатный. А что он пропихает? Ну, тут у него какая-то гарнитура к телефону. Так он понимает, что она ему не нужна больше? Ну, может быть, но я на всякий случай сделал. Пусть будет. Вдруг захочет что-нибудь воткнуть. Проводочки. Там видно свет, да? Там золотой регик какой-то стоит, но я вот заодно сюда вывел так вот аккуратненько все кабелечки. Два USB порта, да, и подустаревший плеер. А там, да. Что там у него за девайс стоит? А это стоит какой-то ACV-шный девайс. Не знаю, как это запустить его, как он ожил. Наверное, это под регистратор, что ли? Завести надо. Достаточно интересно. А, да, это блок регистратора. Вот сама камера стоит. Слышно, вот там мониторчик, наверное, не знаю, заправляет. Запускается дело. Ну ладно, это не наша. Сейчас она. Не наша кухня. Смотрится неплохо. Подсветочка соответствует. Да, зеленая. Пленочку сними. Или сам пускай сними. Не, ну, пускай сам что-то сними. Хозяин, да, придет и сделает, угу, что хочет. Кнопок на руле нет, да? Да, кнопок на руле нету, но есть штатный парктроник, который будет работать совместно с камерой заднего вида. Вот картинка сочная, мощная. Камера вот это чья? В смысле чья? Наша Red Power, да. Вот, тут я как понимаю, можно режимчики поперебирать, можно вот так поставить. Вот, кстати, объясни мне, я... Вот, смотри, еще и разметку можно подкинуть дополнительную. Вот. Сейчас, подожди. Вот, видишь, я дополнительную разметку кинул еще одну. Ну, да. Видишь, это теперь можно сделать с тычка пальца с новой прошивкой. Ну, это можно делать на кановых машинах. Да. Или нет, в настройках это только, поставить. Это только Audi Volkswagen при задней передаче можно принудительно включать разметку дополнительно. Ну, разумеется, это она, ее, конечно, в меню можно поставить, чтобы... Да, я не спорю, показал. Но здесь видишь одним пальцем. Короче, Санек попросил, я сделал. Через 2-3 дня, пожалуйста. Правильно, потому что много устройств, которые штатные камеры остаются без разметки, да, 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 при замене, и чтобы как бы люди просят, вот сделали. Ну что, давай по звуку. Сколько по звуку. Так, ну ничего еще не настраивал, абсолютно ничего. Эквалайзер так крутой. Эквалайзер так вот сделал. Настраивал, а эквалайзер... Не, это изначально они такие. Нет, вроде как-то динамиков много обещают. В этом автомобиле, хотя центрального не вижу. Не, наверное, только пищалочки. В общем, как говорят, по-моему, 6 динамиков свинг. Не знаю, что ее хвалят так, ну, в общем, играет. А нету там флешечки какой-нибудь. Давай Бритни Спирс. Давай, тут же штатный есть, да? Да. И он тут. Хочу Бритни Спирс. Высоких хватает, не нравится. А мне много. Ну туда, надо, нам можно убавить. Да,
управляет хорошо. Нравится? Да. Врешь? Честно скажи. Серьезно, звук чистенький. Честно скажи людям в лицо. Честно. Нравится? Честно, нравится, да, как играет. Мне вообще нравится, как играет. Шкода, да? Шкода, Volkswagen, вот именно в штатных исполнениях по динамикам. У них очень хорошо динамики сделаны. Врешь? В соответствии с обивкой двери. С обивкой двери. Даже вот если в комплектации нету штатных динамиков, только передние и задние ставишь не штатные, они уже не играют как штатные. Какие бы там дорогие не поставил. Что тут сделано по форме под обивку, чтобы вакуум был, скажем так. Вот это их не амулька, чтобы хорошо играло. А динамики не стандартные, что ли? Ну нет, динамики стандартные, но они идеально подогнаны под обивку, без зазоров. Когда люди ставят какие-то универсальные динамики, они уже не так играют. Вот, ребята, поэтому подписывайтесь на наш канал. Как только Саня будет давать интервью, вы будете получать очень много полезной информации. Лайк стоит внизу, пальчик вверх жмем. На канал подписываемся, наш сайт redpower.su. Все, Сань? Все. Кнопок нету, жалко, хотел бы посмотреть, конечно. Ну, климат показывает, хорошо. Такая комплектация странная. Все есть, даже парктроник есть, но кнопок на руле нет. Все, конец связи, пока.